Короче, ребята, сегодня 29 января. И вот как мы едем, в общем, на рыбалку. Так мы ехали, буран проваливается, тонет, в общем. И также мы выезжали на речку, а по речке вообще невозможно ехать. Тоже потонули мы, еле вышли с речки там. Сейчас поднялись на горку, здесь буран я оставлю. Хоть немножко отдышался, блин, вообще. Думаю, сдохну там, буран тяжелый, не едет. И никому не советую выехать сейчас по целине куда-нибудь поехать. Вообще, это не езда, а одно мучение. Там у нас в санях ничего не было, только один пассажир и ящик рыболовный, палатка. Вот так. Пока сюда ехали, тоже не один раз проваливали с неба. Все, я один здесь пока ничего не могу сделать. Там до спереди тоже протоптать, чтобы подняться. Пока тут оставлю. Пускай так. В общем, сидите дома никуда пока. И не надо ехать. Буран не едет по целине.